Здорово, народ. Канал Сельфокс. Мы вашему вниманию предоставляем палатку Дом 3, фирма Nordway. На протяжении 8 лет я ей пользуюсь, ездит она со мной и на рыбалке, и на выходы, и на прочие места. Пользуюсь ей активно. Ну и хотел вам показать ее, что она из себя представляет. Комплект входит дуги. Две дуги 9-миллиметровые. Ремкомплект. Колышки. Первый слой вместе с дном и верхний слой. Ну и, соответственно, чехол. Вот так она выглядит в собранном виде. Есть оттяжки по периметру. Палатка двухслойная. Первый, второй слой. Соответственно, внутри здесь есть карманчик двухсекционный. Ну и сверху такая вот люстра, куда можно положить фонарики и так далее и тому подобное. Пол выполнен из другого материала, отличного, чем сама палатка. По паспорту 10 тысяч, влагоустойчивость, тент 2000 по влагоустойчивости. Уйма вот таких завязочек по периметру есть, то есть можно привязать, завязать. По палатке есть оттяжки, то есть вот на эти, на застежке пристегивается второй тент, здесь есть растяжки, растягивается палатка. В таком виде. Для вентиляции также есть оттяжки. Здесь есть на пол и, соответственно, на сам верхний слой. Так, далее. Тоже оттяжка. Здесь оттяжка. Здесь. Есть вентиляция. Если нам нужно проветрить, на день можно ее открыть. Будет вентиляция. Какая-никакая, но присутствует. На ночь я ее обычно закрываю. Складывается, все, такое ушко. Выходит ремкомплект, то есть материал пола, материал палатки. Также имеется вот такая вот палочка, ну это для растяжек. Есть у нас здесь колышки хорошие, то есть не как в предыдущих палатках я его показывал. Здесь они уже более основательные, толстый металл. Ну, на песке, на камнях тяжеловато ее поставить, приходится немного колхозить, доделывать самому. И можно растянуть вот такой предбанничек. Как правило, я здесь оставляю или рюкзак, или сапоги, непосредственно, когда завязаю в палатку. Непосредственно верхний тент выглядит вот так. То есть полы сделаны довольно-таки высоко. Ну, сантиметров, наверное, 15-20 от земли. Также имеется на ней противомоскитная сетка. Она отстегивается на молнию. И на пороге есть вот такие вот застежки. То есть можно закатать сам ход, саму дверку. И сделать ее более компактной. Ну и в конце хотелось бы подытожить то, что из минусов это непосредственно ее вес. То есть для ходовых каких-то выходов. Носить палатку, которая весит 3 килограмма, там 350 грамм, это по паспорту, фактически, я думаю, она чуть потяжелее, ну, 3,5 килограмма.
носить ее в лес или носить куда-то на дальнее расстояние, ну, это такое, все зависит сугубо индивидуально. Из плюсов это качество исполнения материалов, все швы проклеены, но от земли оно высоко расположено, то есть подтопы, затопы во время дождя, ливня ей не страшны. По истечению лет 8 ее пользование, куплено в 13 году, сейчас 21 год на дворе, хотел бы сказать следующее: дождя она не боится, даже ни дождей, ни ливней, ни постоянных. То есть в ней довольно-таки комфортно и уютно. Если вы воду сами не занесете в палатку, она туда не попадет. Имеется на ней система вентиляции, какая-никакая, но она есть. Система растяжек, которая позволяет вентилировать между первым и вторым тентом. То есть воздух попадает, палатка дышащая. Есть сетка от гнуса, то есть ее можно отстегнуть, ее можно подвернуть, завернуть, соответственно, как и дверь саму. То есть, в принципе, в ней будет комфортно. Для тех, кто ее будет приобретать, я рекомендую. Это не какой-то купленный, продажный отзыв. Нет, ни в коем разе. Это сугубо мое мнение по истечении долгого-долгого времени пользования данным изделием. Я надеюсь, был мой отзыв вам полезен. Это видео полезно непосредственно для вас. Выбирать, соответственно, естественно, тоже вам стоит ее, не стоит покупать. Все, всего самого наилучшего. Увидимся. Пока-пока.